Чувашия принимает спартакиаду «Кадеты Приволжья». В республике этот турнир проходит впервые. Побороться за звание лучших приехали воспитанники всех кадетских корпусов округа. Подробности у Дмитрия Ковалева. Огонь спартакиады зажжен. Команде республики переходящий факел вручил капитан сборной Нижегородского кадетского корпуса, принимающей стороны прошлогоднего турнира. В этот раз за звание лучших борются ребята из 6 регионов округа. Первые в учебе и спорте. Подготовка шла тяжело, приходилось много успевать, но мы все успели. Но мы уверены в марш-броске, так как это наша территория, наша земля. Здесь мы приехали защищать свою модель своего учебного заведения. То есть мы хотим доказать, что наша модель отличается от других кадетских корпусов. Наша команда настроена победить. Мы хотим взять первое место. Участие в этой спартакиаде – это большая честь. Не каждый попадает сюда. А для региона большая честь принимать кадет со всего округа, отметил Михаил Игнатьев. Для участников спартакиады конкуренция за призовые места – стимул двигаться вперед. Формируется командный корпоративный дух, товарищеское братство. Они начинают чувствовать просто локоть товарища. Это очень важно. Когда с родителями, все равно это условия другие и для жизни, и для обучения. И в дальнейшем это все будет помогать им самореализоваться, подготовиться лучше. В этом году дополнительные деньги Чувашская республика изыскала для того, чтобы обучение в этом Чувашском кадетском корпусе стало еще лучше. Мы оснащаем кабинеты, мы приобретаем новое оборудование. Посмотрите, мы какую спортивное ядро, какую спортивную площадку создали. Кадетское образование в регионах округа развивается успешно. Будущих военных готовят в 6 учебных корпусах Приволжья. Мы во всех регионах округа, вот там, где есть у нас этих 6 кадетских корпусов, видим, что это учебное заведение, которое становится элитными учебными заведениями, в которые хотят попасть дети. И сразу после открытия спартакиады на плац. В одну шеренгу! Ребята уже сдали нормативы строевой подготовки. Впереди сборка и разборка автоматов, метание гранат и марш-бросок. Соревнования продлятся 2 дня. Глава региона пожелал кадетам Чувашии победы. Дмитрий Ковалев и Виктор Степанов. Республика.